который тебе все устраивает. И в этот буду тоже ходить. И в этот будешь ходить, да. А зачем тебе еще один? Храм? Да, зачем тебе? Никому не говорите о бойцовском клубе! Объясни мне, вот для чего? Я вас прошу! Можешь мне объяснить, для чего еще один? Может, кому-то сюда удобнее. Может быть и кому-то, может быть и... Но вот эти люди говорят, что им это неудобно. А сколько таких идейных в ваших рядах? Идейных. Вот мы вот все вот пришли, я вот увидел трансляцию, и мне вот... Я свою гражданскую позицию отстаиваю. Как наши деды. Понимаешь, вот фашисты напали, а если бы все люди гражданские сидели бы и не поднимались на войну, мы бы ее проиграли. Сейчас а потому что они, все на Сибири они проявили, проявили гражданское все население, не армия, а гражданское население, и поднялись. Вот они и выиграли войну. А сколько в ваших рядах таких же идейных? Для чего вам храм? Я не понимаю. У нас 300 храмов в округе. 300. Екатерины нету у нас храма. Она так... Именно вот... А чем он будет отличаться от храма на крови? Чем? Ну так-то она покровительница Екатерины. А потом давай по алфавиту. Екатерины, Петра потом. Давай всех. Ну а что, разве плохо? Нет, на визе восстановить часовню, назвать ее в честь Екатерины. Будет хорошо все. Ну решили они здесь. Ради бога. Чем православие от христианства отличается? Ты знаешь? Нет. Ну как? То есть ты сейчас оперируешь... какими-то храмами, какими-то святынями, ты даже не знаешь, кто такой христианство, а что такое православие. Это не одно и то же. Вот ты христианин или православный? Ты мне ответь. Я православный. А почему ты за христианский храм, если ты православный? Опа! Ну и что? А? В смысле, ну и что? А с чего ты взял, что здесь будет этот, как христианский? А какой? Екатерина. А какой? Екатерина будет. А это христианская. А религия это христианская религия идет. РПЦ это строит? Кто строит? То есть ты даже не знаешь, что такое РПЦ? Нет, не знаю. Российская православная церковь. Хорошо. Русская. То есть, ну, ты же поддерживаешь строительство храма от РПЦ? Оно же здесь строит? Ну, если оно, да. То есть ты даже не понимаешь. Я не знаю. Ну, вот видишь, строит. Ты просто не идейный, чтобы... ты просто человек временный здесь. Да, вы даже не информировались, вы временный. Что происходит. Вас просто позвали, вы пришли. Вот. Ну, не важно, ну, чтобы Екатерина и Лада. А ты знаешь, что все святые христианские, это все ведические и православные святые? Все христианские святые, это все православные и ведические святые. Нет. Не знаешь? Ну почему ты историю не изучаешь? Религию не изучаешь. Вот ты пришел сюда, по ту сторону стал, за храм, помолиться. Ты ходишь, кому ты молишься, какому ты Богу молишься? Храм. Вот ты говоришь, я хочу помолиться. Ты какому Богу молишься? Там за семечки только пускают. Христу. Иисус Христос это не Бог, это пророк. Это человек. Все понятно, нам вообще с тобой нечем даже разговаривать. Я услышал. Иисус Христос это человек, это не Бог, это Но пророк, я понял, которого возвели, нам сделали люди божество. Все, я понял. Его нарекли Богом. Ясно все теперь. Вообще.